Всем привет, зрители моего канала Фелли, с вами Фелли. Сегодня мы будем рыбачить. Именно рыбачить. Кстати, это уже третья серия. Я построил хороший, прям, отличный дом. Давай. Топи его. Давай, топи, скотина. Я построил дом. Я добыл железо, у меня уже железная броня, там все железное есть. Немного железа еще есть. Добыл кучу просто еды. Тут у меня дофига овец. У меня уже почти двойной закон. Ладно. Вот у меня другое место. Я уже поймал 4 рыбы за всю игру. Ну что-то как-то не очень. Хотелось бы найти алмазы. Хотя в шахту неохота ходить. Я сделал небольшой огородик. Ну как небольшой, средненький такой огородик. Вот меня там будет разрастать хлебушек. То есть пшеница. У меня будет скоро ферма Дональда, как вот он, кстати. Домик. Такой в лесу небольшой. Так. Вот, все мои ресурсы, которые добыл за вот эти последние сколько? 2 дня. Ничего. Здесь у меня уже спальня. Так, здесь будет кладовка. Мы тут прорубим. Вот там будет кладовка. Так, это верстак. На всякий случай. Здесь мой огородик. Что-то медленно растет. Это бесконечный источник воды. Здесь будет у меня донадаки. Там шахта. Ну, шахта, правда, не очень. Пока не очень глубокая. Но все же скоро будет нормально. Что еще бы. Так, ну ладно, пойдемте заниматься, чем нам нужно. Вот, у меня там, кстати, 2 двери. Одна в ту сторону, чтобы в ту сторону быстро выбегать ночью из дома. И одна, чтобы так. Вот, я, кстати, нашел то место, где я умер, но уже там ресурсов моих не было. Это было очень печально. Хотя мне пофиг вообще. О, спрут. Вообще, я читал на Майнкрафт-вики, что нужно закидывать те места, где есть пруды. Вот там рыба будет клевать. Видели сейчас? Буквально за секунд 10 подержалась, уже какой-то рывок был, попытка. Вот, и вообще... Лучше всего рыбачить в дождливую погоду. Вот блин! Что такое? Все нормально. Опа! Видели? Так, тащится рыба. Давай! Ловись, рыбка большая и маленькая. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ловись, ты сука! Сука, ложись! Тварь. Ладно. Закину туда. Фак. Ловись, тварь тупая. Есть. Так. Сейчас еще одну выловить должны. Так, пойдем искать кису. Я буду для нее хорошим хозяином, я буду... Да блин, а! Вот только начинает топить. Я говорю, поплывок грёбаный, я вытаскиваю. Но рыбы нет. Ладно, похер. Давай, твой! Клюй! Ладно, я уже спину рыбу в этой округе. Ну, я, конечно. Там очень много овец. Господи. Как я его давно хотел найти. Здесь я, возможно, построю какую-нибудь ферму. Это, кажется, нет. Вон там место, где я первый раз снимал себя.
Да, вот он этот верстак. Здесь ничего нет. Так. Железо. Окей, я сейчас спущусь, погоди. Тише ты, мое железо, скелет. Еще домой скелет. Сука, что живу. Господи. Боже. Что мне теперь делать? Ладно, я уже нашел себе занятие. Валить того скелета. Чмошник, ты тупой. И все. О, нет. Ночь. Ночь. Как это страшно. Вы помните мои слова, барабашка, когда за вами? Пожалуйста. За мной уже пришел Уэйл. Так. Я там хотел застроиться, но потом перехотел. Короче, там не айс место. Я вообще не понял, почему я... У меня не снимала программа. Вот. Сколько? 3 дня. У меня почему-то вообще система была... Не понять, загружена как-то. Вообще, короче. И меня не снимала моя программа. Вот. Чё? Ну, мы должны, по идее, до дома добежать успеть. Но если вдруг запись оборвётся, то... Давай, плыви через эту реку тупую, вонючую, зеленую, зеленчик рука будет. Вот, я придумал. Сука. Беги, ты чё? О. Это, кстати, я поле расчистил тут, когда собирал посевы. Это, кстати, было очень много. Но все же время мое на исходе. Блин. Так. Что я вам хотел сказать такого важного? Вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Нажимайте на плюсик сверху видео. И всем пока. А я покушаю. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал еще раз. Ставьте пальцы вверх. Всем пока.